Постепенно решают проблемы водоснабжения на территории засушливых районов Саратовской области. В поселке Сланцевый Рудник Озинского района открыли новое сооружение, которое позволит обеспечить водой более 11 тысяч человек. Подробности у нашего корреспондента. Если с учетом измерения получается 3000 кубометров, они набирают, да, 3000 кубометров в сутки. В Озинке пришла чистая питьевая вода. Новая система водоснабжения будет обеспечивать живительной влагой поселок Сланцевый Рудник, районный центр Озинки и еще два населенных пункта. В радиус действия водовода попадает свыше 11 тысяч местных жителей. Люди признаются, здесь, в засушливых районах, от воды зависит все. Без воды здесь жизни нет, потому что других источников водоснабжения очень мало. Речек, озер здесь фактически нет такого источника. Поэтому вот эта наша скважина, которая сейчас существует, она сейчас очень выручит сам район и центр Озинки, потому что там истощились немножко запасы. Система водоснабжения здесь существовала и раньше, но уже давно не справлялась со своей задачей. С 2011 года началась реконструкция и строительство новых участков. Общий объем финансирования на объекте составил 78 миллионов рублей. Самые, хочу подчеркнуть, сказать, отдаленные районы. И вот приоритеты расставлены так, что сегодня вам уделено внимание. И закончили эту реконструкцию. И я думаю, что качество питьевой воды, которую должны получать абсолютно все жители на территории Саратовской области, будем стремиться к этому. Допуска новой системы в Озинском районе не просто не хватало воды, она еще и не отвечала санитарным требованиям. Летом до верхних этажей вода не доходила, а нижним приходилось довольствоваться мутной жидкостью. Теперь все эти проблемы останутся лишь неприятными воспоминаниями. Озинский район, наконец, обеспечен качественной водой. Елена Кубинкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.